А в Махачкале открылась предновогодняя выставка «Куклоград». В этом году проект отмечает свой первый юбилей – 5 лет. Проходит он под маскарадную тематику, собрав в одном зале все разнообразие кукол. О любителях этого вида декоративно-прикладного искусства – Патимат Ханапова. На полках чинно и благородно сидят куклы. Простецкие ситцевые, пафосные парчевые, из шаржа, металла, дерева и даже из клавиш клавиатуры. На то, чтобы смастерить всю эту интересную компанию, умельца ушло немало времени. В итоге получилось все как в жизни. В качестве экспонатов куклы-неряхи, гламурные модницы и даже сварливые старики. Выставка – это наш первый юбилей, нам 5 лет. То есть мы выросли из коротких штанишек, мы такая серьезная, солидная организация. Вот для выставки 5 лет – это действительно очень серьезный возраст. И мы еще в прошлом году вышли на международный уровень, а в этом году мы стали более профессиональны. Если раньше мы собирали вокруг себя просто любителей что-то делать руками, то в этом году большая часть наших участников – это люди, которые занимаются куклами профессионально. Каждый зритель находит в этих работах свой смысл, свои эмоции и состояние души. Все эти творения – объект пристального внимания. В поисках нетривиальных идей в кукол всматриваются самые главные судьи – посетители. Честно сказать, я вообще в восторге. Меня поразило все это обилие, в общем, красок, эмоций. Я чувствую, что каждый автор вкладывал частичку своей души в каждую эту куклу. И посмотреть на даже выражение их лиц, на техники – это очень интересно. Прочувствовать настроение автора, его душевные переживания. Вот отражается даже в ткани, которую он использует, как он расписывает, с какой душой. И чувствуется, что это он относится как к ребенку, к своему творчеству. Галина Муратханова принимает участие в «Куклограде» со дня его основания. Ее экспозиция «Два рыжика» на выставке презентуется как ретроспектива. Притом данные персонажи также являются героями афиши. Однако Галина не считает ее лучшей своей работой. Любимая кукла у нее другая. Ну, она получилась такая, с характером. Почему? Вы считаете, что она с характером? Ну, такой взгляд обиженный. Хотя, ну, опять-таки... Была задумка сделать обиженную, но немножко другую. Получилась такая? Ну, получилось. Интересно работать, осваивать какие-то новые материалы. Опять-таки, в обыденной жизни с этим не столкнешься. Вот я пробовала там технологию изготовления обуви. Вам в техническом плане нравится, как она получилась? Больше даже, чем смысловом? Ну да, конечно. Как-то Юрий Августович сказал хорошую фразу, что художник создает форму. Содержание придумывает зритель. У «Куклограда» большие планы на будущее. Раскрывать секреты организаторы не спешат, но обещают, что в последующие годы все будет более масштабно и многогранно. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.